В новом году оплачивать вывоз мусора будем по старой схеме. Сегодня в департаменте цен и тарифов состоялось заседание правления по вопросу признания утратившим силу постановления департамента цен и тарифов от 29 ноября об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомню, в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области принято решение не применять на территории региона до 1 января 2020 года положение федерального закона об отходах производства и потребления, о сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении и захоронении твердых коммунальных отходов региональными операторами. В связи с переносом вступления в действие на территории области новой системы обращения с ТКО, услуга по вывозу ТКО остается жилищной и подлежит оплате в составе платежа за текущий ремонт и содержание жилого помещения.